Сегодня мы, как говорится, принимаем, вот с вами видите, первый день вступительных экзаменов у детей 2010-2011 года рождения в региональную академию. Вот, касательно непосредственно организации, опять же, хочется отметить, действительно очень приятно то, что на сегодняшний день практически 70 человек, это желающих детей, которые действительно хотят принять участие, действительно планируют быть хорошими футболистами, профессиональными футболистами, и, соответственно, каждый из них обладает огромным желанием попасть и учиться в этой академии. К сожалению, количество мест ограничено, только 22 самых талантливых ребенка на сегодняшний день попадут в эту академию. Опять же таки, для чистоты и прозрачности проведения вступительных экзаменов были приглашены представители из региональной ассоциации футбола Узбекистана, ну и, соответственно, из Министерства спорта и туризма. Мы, опять же, для того здесь, чтобы помочь, можно сказать, помочь талантливым детям. То есть, опять же, в первую очередь мы придерживаемся принципа естественного отбора. То есть, тот, кто сегодня сильнее, точнее, на сегодняшний день, тот, соответственно, и будет выбран. Поэтому мы очень надеемся на то, что день сегодня пройдет продуктивно, а также все-таки верим и надеемся, что у нас есть талантливые дети. Мы сами убедились в этом, что в Хорезме очень много талантливых детей. Поэтому все целиком полностью будет зависеть от них. Мы надеемся все-таки, что мы определимся с самыми сильнейшими детьми на сегодняшний день в количестве 22 человек. Бірінші басқышта түшілім ойынға 3 гол ұрдым. Мен өзім күтмейдім бұны. Мен шо академияға кіріп, бүйік футболшылардай болышына қақылыман, шөрді оқып, тәлім алышына қақылыман. Өзбекистан терма жамасында ойнашыны жалалыдым, Машарип, Белдар Шамұратовке оқшап, қам мәжайда ойнашына қақылыман.